Напомним, что промо-проект «Викторина» на канале ТВК «Путевка на турбазу Простоквашино» проводился на нашем телеканале совместно с туристическим агентством «География» 6 по 20 сентября. Награждение победителей и участников прошло в минувшую среду в торжественной обстановке. Без заслуженного подарка никто не ушел. Нужно было отправить смс-ку на короткий номер 4647 и ответить на 50 вопросов. Вопросы были про путешествия, да, про разные города. Вопросы были некоторые довольно-таки сложные. Но мы были очень удивлены, что первый победитель так быстро ответил на все 50 вопросов. Отметим, что СМС-викторина проводилась с помощью специального сервис-провайдера СМС-услуг. Уже в первый час после запуска викторины появился первый участник. Евгений Краснобеев вместе со своей женой правильно ответил на все 50 вопросов. Он и стал победителем СМС-викторины от ТВК и получил главный приз – путевку на двоих на туристическую базу Простоквашино. С Инстаграма узнали об этом вместе с супругой. Супруга решила поучаствовать. Потом подошла ко мне с вопросом с одним, и поехала. Ответили на все, получается, вопросы. Ну, не ждали, конечно, получить главный приз. Также Евгению, как самому активному зрителю канала ТВК, вручили фирменную флешку. Ожидали приятные призы и остальных победителей. Второй призер получил туристическое кресло. Третьему победителю достался рюкзак. Набор для жарки получил участник, занявший 4-е место. И пятому победителю вручили глобус. Не оставили без подарка и еще одну участницу викторины, которая правильно ответила на все 50 вопросов. Ей вручили оригинальную фреску, привезенную из Египта. Я смотрела телевизор по каналу ТНТ, по ТВК, получается, шла информация, то, что турагентство «География» разыгрывает путевку на Алтай. Рюкзак я выиграла, в общем, буду путешествовать, можно, да, показать? Такой вот рюкзак я выиграла. Буду с ним путешествовать. Спасибо вам большое за такую возможность выиграть. Поощрительные призы получили и другие участники викторины. После награждения все желающие могли сделать себе рисунок хной и сфотографироваться на память. Повезло и случайным прохожим. Им достались печенья с предсказаниями.